внимание водителям и пешеходам. Безопасность дорожного движения контролирует самый юный полицейский – 7-летний Кирилл. Правда, пока только с пассажирского сидения и с помощью инспектора ДПС. Это заветная мечта мальчика, которая сбылась неделю назад. Я хочу быть полицейским. Накануне Нового года осуществилась мечта еще одного будущего полицейского. Юный мечтатель Илья давно хотел прокатиться на настоящей патрульной машине. Желания мальчиков исполнились благодаря проекту для детей с ограниченными возможностями здоровья. В декабре 2020 года к нам в окружную госавтоинспекцию обратился руководитель проекта для детей с ограниченными возможностями здоровья Евгений Галев с просьбой осуществить мечту двух мальчиков, которые хотят стать сотрудниками полиции. Вот свои желания ребята изобразили на рисунках. И работы очень воодушевили нас. Проект «Я хочу нарисовать мечту», поддерживая талантливых детей с особенностями развития, уже третий год. Из рисунков детей собираются выставки, а потом начинается чудо. Каждый из нас когда-то мечтал о четвероногом друге, новой игрушке или мешке вкусных конфет. Подарить улыбку этим детям может каждый из нас. Василий Загваздин, президент добровольно-спасательного пожарного формирования по Югре, стал добрым волшебником для Арсения, который мечтает стать пожарным. Парень научился оказывать помощь пострадавшему, научился использовать первичные средства пожаротушения, примерил боевую одежду пожарного, приобрел колоссальный опыт, которым он сможет делиться со своими сверстниками. Руководитель проекта Евгений Галев сейчас активно ведет работу по созданию новой выставки. Ее открытие, так же, как и воплощение детских желаний, планируется этой осенью, чтобы рисунок каждого ребенка обязательно сбылся.